Добрый день, с вами канал IA Industry, и сегодня мы хотим снять коротенькое видео о фирме Elgin. Что она себя представляет, можно ли ее покупать, где ее делают. Фирма Elgin — это чисто корейский, никакой не китайский, заводы стоят в Корее, в Южной Корее. Они являются поставщиком на конвейер Hyundai Kia. Сейчас мы в этом убедимся на данных образцах. Что же они делают? Они делают детали подвески, подшипники, ступицы, ступицы в сборе. На данных образцах подшипник ступицы передний, Elgin, Made in Korea. От подделки начали клеить голограммочку Elgin. Достойная визуальная упаковка. Смотрим, как сделано красиво. Корея, номер по Elgin. Сравним обязательно на упаковочке такой же номер. Обязательно всегда надо смотреть, потому что может быть попутано. Мало ли кто-то посмотрел, неправильно положил. Elgin. Подтверждение качества. То, что они являются поставщиками на конвейер Hyundai Kia, где-то процентов 80. Вот оригинальный подшипник. Вот это тот же подшипник. Это, ну, грубо говоря, это Tucson. И не только на Tucson идет. Что же лежит внутри? Смотрим. Elgin. Корея. Hyundai значок. Elgin поставляет на конвейер при сборке автомобилей Hyundai Kia. Процентов 80 своей продукции. Ступицы в сборе. Также номер Elgin, голограммка. Сделай ударение. Это последнее время они начали, потому что есть много еще на складах, и у нас продукция, где они эту голограммку не клеили. На это надо обратить внимание тоже. Достойная упаковка. Внутри ступица в сборе. Обращаем внимание обязательно. Должно быть на оригинальном Elgin. Также номер обязательно, как и на упаковочке. Обязательно проверяем всегда, чтобы это соответствовало Корее. Ну, видим визуально, насколько это четко все сделано. Обработка, венец ABS, шпилечки. Ну, все красиво, все достойно. Качество. Работаем мы с этим брендом, ну, очень долго. Десятки лет. Это действительно качество. Ну, это уровень как Koyo, NTN, NSK. Они, кстати, сотрудничают с этими брендами тоже. То, что касается деталей подвески. Это шаровые, это наконечники, это стойки стабилизатора и многое другое. Смотрим. Шаровая. На шаровое. Ну, здесь может быть и плохо будет видно. Elgin выбито. Колпачок. Подтверждение, то, что не является поставщиком, оригинальная шаровая на Hyundai. На примере AX35 Kia Sportage с 2010 года и дальше. Смотрим, вот визуально даже колпачки одинаковые. Внутри лежит также шаровая Elgin. Также выбита на пяточке Elgin, как и здесь. Наконечники. Elgin. На данном образце это не всегда так, очень редко, но вот сам факт. Значок Kia Hyundai, он просто затерт, потому что они продают свои упаковки, но поставляют на конвейер, и значки Hyundai Kia затерты. Elgin выбит. Смотрим тот же оригинальный наконечник. Также даже тут колпачок, все идентично, пластмассовый защитный пыльный. Также выбито Elgin на пяточке. Чтобы подытожить, многие спрашивают у меня, что такое Elgin, можно ли его покупать. Ребята, гарантированно, я как человек, который занимается свыше 25 лет автозапчастями, я это рекомендую. Это действительно корейское качество, поставляемое на конвейер. То, что касается подшипников и ступицы, это процентов 80, как они декларируют, также они поставляют и детали подвески процентов 80, хотя и ЦТР также декларирует. То есть у них... Ну, все-таки я скажу, то, что касается, наверное, деталей подвески, то ЦТР, наверное, на сегодняшний день все-таки больше поставляет на конвейер. Но ЦТР подшипники ступицы и там сами ступицы не делает, делает только рычаги, сайлентблоки, наконечники шаровые. То, что касается Elgin, основное — это детали подвески, так как мы сейчас увидели, это подшипники ступиц, ступицы. Ребята, повторяюсь в каждом видео, мы занимаемся, вот если вы это увидели, не только подшипниками либо наконечниками, мы занимаемся широким спектром автозапчастей. То, что касается корейских автомобилей, японских автомобилей, это Hyundai, Kia, Daewoo, Chevrolet и японские автомобили. В наличии свыше 20 тысяч наименований, также работаем под заказ.
Смотрите видео, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, давайте общаться. Звоните, отвечаем оперативно. Всем удачи, пока.